Профессиональный праздник «День машиностроителя» отмечает коллектив предприятия ОК «ЛАЗа». Почетными грамотами и наградами областного и местного уровня отмечены лучшие сотрудники предприятия. Машиностроителям их вручил Сергей Тостановский, первый заместитель главы окружной администрации. Слова благодарности хочу сказать каждому члену коллектива, потому что те успехи, которых мы добиваемся, я думаю, что это уже стало очевидным, это работа каждого из нас. Более 65 лет предприятие специализируется на изготовлении миниатюрных подшипников и шариков из различных сталей и сплавов. Их надежность испытана танком «Армата», баллистической ракетой «Булава», межпланетной станции «Луна-Грунт». Рядом с опытными сотрудниками работает и молодежь. Екатерина Гришанова – специалист технического отдела. Много работает с конструкторской документацией. Мне очень нравится. То есть я как бы душой проникаюсь. С удовольствием иду на работу, можно сказать. Анатолию Макарову всего 19 лет, а его работа уже отмечена. Специалист по базам данных. Без информационных технологий сейчас никуда. Как само предприятие, тут все шикарно. Если брать в плане людей, здесь все очень добрые, отзывчивые. В плане администрации, главных людей просто идеально, они идут навстречу. Анатолий на предприятие пришел по совету родителей и не ошибся. Карьерный рост и достойная зарплата. Если быть откровенно честным, то мне всегда хотелось своих денег, не просить у родителей. И, в общем-то, подхожу к родителям, говорю, есть какая-нибудь работа? Они говорят, есть предприятие, мы можем спросить. И на следующий день приходит отец и говорит, есть тот, нужно что-то делать. Я такой, хорошо. Вел в курс дела, и я специалист по базам данных. Предприятие ОК «ЛАЗа» – это передовые технологии, современные разработки и оборудование, большой научный и производственный опыт. Но главное здесь – люди. Люди труда. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Программа «События».